До конца этой недели будет аномально холодно, обещают синоптики. Ночные морозы усилятся, а днем температура не превысит отметки нуля. Погодные условия по территории Узбекистана по-прежнему определяются периферией холодного антициклона, центр которого располагается над районами Сибири. 6 по 8 января в Узбекистане ожидается до 20 градусов мороза. Во всех регионах страны будет переменная облачность, местами возможен туман. Самая низкая температура будет наблюдаться в Каракалпакстане и Хорезмской области. В Ташкенте температура ночью достигнет 7-9 градусов мороза. Мороза днем -3-5 градусов. Это на 12 градусов ниже среднемноголетних значений. Ночью и утром возможен туман. По горной местности в этот период лавина опасна. Но это не самый низкий показатель за всю историю. Мониторинг погоды в стране ведется с 1867 года. Так, за 154 года самая низкая температура в Ташкенте была зафиксирована в 1900 году. Тогда она была -28 градусов по Цельсию. Поэтому относительно того, что в 1969 и в 2008 году были еще очень сильные морозы, они относительно намного слабее, чем в 1900 году. На дворе январь, поэтому холода и осадки – это привычное дело. Но потерпеть осталось недолго. Начиная с 9 января периферия холодного антициклона сместится на восток, и большая часть территории Узбекистана будет находиться под влиянием теплых воздушных масс, которые придут в наш регион с районов зарубежного юга. А мы просим жителей и гостей столицы одеваться теплее, пить горячие напитки и помнить, что у природы нет плохой погоды.